Здравствуйте. Меня зовут Оскар Тауков, я владелец компании Таркоферма. Это мясной бизнес, производство и продажа полуфабрикатов и мяса. Записываю это видео для того, чтобы дать ответы, да, для многих, кому интересно, что, ну и кто пускает слухи о том, что я там заражен коронавирусом, что я заражаю людей, что у нас мясо, ну, тоже зараженное, что с Кизильского района, что у меня дядя перезаражал там многих людей. Могу по факту вам сказать, да, дядя лежит у нас в больнице, как бы он чувствует себя хорошо, у него сегодня должны анализы прийти повторные, то, что 2 недели прошло, да, с момента выявления того, как он, ну, заболел, и как бы информацию конкретно, то есть я так и не получил, что подтвердилось или нет. Ну, то есть то, что он был на изоляции, первый предварительный был результат положительный, затем второй результат пришел положительный, но сделали снимки и повторно отправили, и сказали, что третий результат был отрицательный. Сейчас у него прошло 2 недели, и сегодня должен результат прийти по, ну, его анализам. По себе скажу, что контакта у меня с ним не было, что хотя я с ним также общаюсь, продолжаю общаться. Вот вчера отвозил продукты ему в больницу, где он лежит, в городе Магнитогорске. Ну и а компания, то, что там начали говорить, что вот мы заражаем других людей, как бы нет, у нас компания работает. Мы провели дезинфекцию в магазине, ну, на всякий случай, хотя контакта не было. И также люди у нас, ну, чувствуют себя хорошо. Жалко, что анализы не берут, потому что сказали, если нету контакта, если мы не прилетели там из-за границы, и если нет симптомов, то как бы анализы, ну, не берут. И вот, поэтому для тех, кто любит пускать слухи, ну, заверяю еще раз, что как бы мы работаем. Причем я принял решение, что мы за это время даже еще будем расширяться, чтобы, как сказать, за Витязником, ну, я не знаю, короче, чтобы просто в упрек нашим завистникам и, может быть, конкурентам. И до июня приняли решение открыться в городе Челябинске. Это у нас формат мясной магазин, и за стеклом всего производства. И, в общем, так. Поэтому вам советую, что вы не слушали всякие слухи, чтобы вы делали свои наблюдения, имели, не теряли голову на плечах. И будьте здоровы. Всем всего доброго. Пока.